лучше вытащу. На это. Движение. Работаем по внутреннему вот эту трубу, вы догоняете эту трубу. Теперь без блока. Правильно? Я специально аналогию прохожу. Без блока делаем блок. Вернулись сюда. Какого путем мы это делаем? Второй локтем совершенно верно. Когда вот пошла атака, вот в лучшую сторону блокировали, там, да, и так далее. Вот, так же, как и катаны. Карате было придумано против катаны. И рука, и нога полностью олицетворяются с тем смертельным предметом, который называется катана, да? Или кен. По-японски, по-самурайски, правильно, кен говорит. Не катана, кен. Меч, кен. Поэтому деревянный меч, во-кен, деревянный меч. Да? Поэтому, когда мы занимались карате, карате стало, она была полностью уподоблена работе меча. Все, ну, об этом все говорили, все рубящие поверхности, они все замахнули. Вы видите, что я махло крылью, нет? Легкое, легкое движение. За счет вообще-то кисти движения и поражения. Какова величина этого человека, Харлампиева? И они присвоили Харлампиеву самый высокий дан по дзюдо, который можно было туда присвоить. Приехал человек из Японии, через посольство его вызвали, и он пришел на квартиру Харлампиева, говорит, я как привез в сенсею пояс, который мы ему вручили. Он говорит, он в больнице, говорит, тогда, говорит, позвольте, я оставляю вам диплом, Женева, да, вот его пояс. Передайте, низкий поклон, мы учтим, как высочайшего гудоку, величайшего мастера и так далее. Я этот пояс держал в руках. Это вот такой толстенный красный пояс, весь в иероглифах, пенал из сакуры, ручной работы, пенал с крышечкой, выдвигаешься, то лежит вот такой длинный красный пояс. И большой диплом, подтверждающий. Тогда это был 10-й дан по дзюдо. Выше нет. Мы не можем выше 12-й, потому что все, кто оставили живые 10-й даны, вот они собрались вместе и присудили Харлампиеву 10-й дан. Поэтому